Патриотический митинг-концерт в Лужниках посетила делегация Серпухова. Это 250 человек, представители социального блока, предприятий, молодежь. Сильна Россия в трудный час, идет война не в первый раз, идет война не за Донбасс, война за всех, за нас. На митинге-концерте выступили знаменитые артисты, актеры театра и кино. Сразу после них появился на сцене президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей речи он поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества и подчеркнул героизм российских бойцов, которые сражаются на наших исторических рубежах за наших людей. Трибуны ответили оглушительным троекратным «Ура!». Мы с моими многими коллегами, друзьями, единомышленниками этот выбор уже сделали. И мы не раз с Общероссийским народным фронтом собирали гуманитарную помощь, посещали госпитали, встречались с раненым, были за ленточкой. И где бы мы ни были, всегда слышали слова о том, что как важна и нужна эта поддержка в любых ее формах, вплоть до нескольких строк, написанных детской рукой. Даже наше с вами здесь присутствие – это уже вклад в наше общее дело. Я очень рад, что здесь так много молодых лиц, молодых людей. Конечно, выступали и сами бойцы, которые рассказали, что готовы выдержать все испытания ради победы. Чтобы не замерзнуть, зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России. На мероприятии присутствовало порядка 200 тысяч человек.